Козы мне тут все пропало. Вот я хочу там сливы посадить. Ну, небольшая кусочек сделала. Здесь полянку мы с козами расчистили. Сейчас меня увидят, начнут орать. Я же сказала. Здесь вот надо сетку поднять. Я ее немножко начала уже поднимать, но она вся заросла дымком. Это сделать непросто. Здесь вообще все было заросшее кустами. Здесь все выпиливаем, выпиливаем. Это вот вишни еще не обросли, не заросли. Тоже надо будет прочистить тропинку. Но я жду, чтобы было что козам поесть. Вот эти тоже нужно убрать. Пару-тройку вишен оставить, но акацию убрать. Там сирень у нас какая-то, акация, которую мы попилили. Здесь вот мы тоже все попилили. Грецкий орех, который на выпрямление привязан. Вот я здесь что покосила. Надо еще кусты подрезать. Вот. Здесь тоже покосила. Никакую полянку выкосила. Так у нас вон тут как веера акации. Тоже надо будет их козам спилить, пока листья еще не опали. Вот. Да, еще не добралась. Тут какое-то старое дерево. Не знаю, что это за дерево. По-моему, это старая шелковица. Тоже надо будет попилить. О, чистотел вроде растет. Мы здесь почти не бываем. Да, это, по-моему, шелковица. Короче говоря, красивая, но надо ее пилить будет. Ну, хотя попробовать надо будет. Здесь тоже немножко поубирала, попилила. Здесь еще, конечно, проход такой. Вот эти вот наши ровно все лежат. Так, полезли в дебри. Вот. Это вот старый дом. Собаки какие чуткие, молодец, Тана сохраняет. Этот бассейн, старая летняя кухня. Вон лошадь за мной наблюдает, а Тана сгавкает. Молодец какой. Да, они, ой, они недоверчивые, это мои же хорошие. Еще у нас вишня зацвела. Я, видимо, сегодня пообломала немножко веток. Вот. Здесь вот я еще полянку почистила, покосила. Я обычно с этой стороны не прихожу, они не доверяют. Короче, что это такое? Вот это надо будет полянку выкосить. Вот. Это люция, которая везде заползает. Жуткое растение. Это надо будет спилить. Это вот. У нас тут лошадь гуляет. Кусты. Надо, конечно, здесь подрасчистить. Хороший уголок. И сливы надо. Ой, это сливы. Вишни старые надо будет поспиливать. Оставить только молодые кустики. Вот. Это вот все у меня здесь покошено. Козы почему-то в последнее время решили, что если они будут орать, то я им что-то вкусное дам еще. Бедная вот эта вот шелковица, она вся вот уже коричневые листья. Они были все пятнистые, больные. Я не знаю, как ее обработать. Вот молодая еще более-менее. Это вот такая горчица выросла. Наша канава. Лошадь там навозом. Вася!
Танос. Бася, Бася хорошая. Бритни, козы. Ну, в общем, и в целом, как бы вот. Так, хорошая, хорошая девочка. Ha ha ha.